Владимир Габлая – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, отец 8 детей – 4 девочек и 4 мальчиков. Старшей дочери 26 лет, и так совпало, что младший сын Владимира и его внучка в этом году вместе пошли в первый класс. По случаю Дня Победы общественная организация «Кьярас» при поддержке первого мобильного оператора Абхазии компании «Аквафон» подарила семье Владимира Габлая стиральную машину и электроплиту. Спасибо, что подарили. Это большой подарок. Спасибо нашим воякам, которые тоже воевали. Хочу поздравить их, чтобы они здоровье имели. Те, которые нету среди нас, конечно, жалко их. Акция проходит уже 4-й год. Каждый раз в ней участвуют разные ветераны. В этом году подарки получили 7 семей. 2 из Дурипша, 2 из Сухума и по одной из Дранды, Члоу и Джала. В первые годы мы вручали сертификаты тем ветеранам, у кого были награждения, но в этом году мы решили включить тех, кто так же, как и другие, воевали, но при этом не имеют никаких награждений. Это должны быть обязательно те семьи, которые стоят у нас на учете. Либо это многодетная семья от 5 и выше, либо семья, в которой отец инвалид войны, также есть и дети-инвалиды. Ветеран Адам Адлиба – инвалид 2-й группы. Во время войны он подорвался на мине, был неоднократно контужен. После войны перенес несколько инфарктов и больше не может работать. Его супруга Раян Адхайцук тоже сейчас не работает. У сына диагностировали сахарный диабет и теперь нужно колоть инсулин по часам. По подарок. А при горе не со телефоне сасы не света, паса диван с креслом, если ялц возраст не саргит, то попитут за нас храра хаштаз. Подарки семьи ветеранов выбирали себе сами. Кто-то просил бытовую технику, кто-то кафельную плитку, кто-то мебель. На реализацию акции компания «Аквафон» выделила 150 тысяч рублей. С 2016 года компания «Аквафон» совместно с благотворительной организацией «Кьярас» реализовывает различные социальные программы. Сегодняшняя наша акция называется «Мой герой». В рамках этой акции 22 сентября мы посетили в селе Дурипш 2 семьи. Сегодня мы планируем посетить еще 5 семей, 2 семьи в Сухуми, 1 Дранда, Члоу и Джал. Компания «Аквафон» уделяет особое внимание подобным акциям, тем акциям, которые направлены на оказание помощи нашим дорогим ветеранам. Мы, пользуясь случаем, хотели поздравить наших дорогих ветеранов с наступающим Днем Победы и пожелать им, конечно же, здоровья, мирного неба над головой. Сегодняшний мир – это их большая заслуга. Низкий им поклон. Еще раз говорим спасибо. К сожалению, спустя 27 лет все еще многие ветераны Отечественной войны народа Абхазии живут в стесненных обстоятельствах и не могут позволить себе кто кухню, кто кафель, а кто просто электроплиту. Супруга ветерана Бесика Габелия из Джала, например, попросила стиральную машину, но обязательно полуавтомат, и электропечь, но не современную с духовкой, а российскую фирмы «Мечта». Когда сотрудники «Кьяраса» сказали, что деньги есть и можно купить технику получше, она ответила: «Какой смысл? У нас в деревне свет плохой, хорошая техника здесь не работает». Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.